Завод «Аккумуляторный альянс» – давняя тема жарких споров среди населения. Его судьба по-прежнему остается под пристальным вниманием разных служб. В период времени с октября по март было проведено более 210 отборов проб и измерений выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов, расположенных на предприятии. Из них 146 измерений выполнено лабораториями аналитического контроля Министерства природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Все показатели показали о том, что мы входим в те нормативы, которые выданы нам по разрешению на выброс в атмосферный воздух. Завод в это время работал в штатном режиме, на 100% эксплуатировался, поэтому можно утверждать о том, что те загрязняющие вещества, на которые у нас ограничены выбросы, они показали фактические концентрации, что входят в наши нормативы. Это касается как свинца, его соединений, серной кислоты и других показателей. На протяжении проведения пусконаладочных работ, а также в настоящее время специалисты Брестского областного центра гигиены и эпидемиологии проводят замеры в зоне санитарной защиты предприятия, чтобы определить масштаб влияния аккумуляторного завода на областной центр и Брестский район. За 18-19 годы из проведенных 2500 исследований на свинец атмосферного воздуха превышение предельно допустимых концентраций, а свинец в воздухе предельно допустимая концентрация – это 1 микрограмм на метр кубический, обнаружено не было. И следует отметить, что из 250 исследований на свинец, проведенных в 2020 году, все результаты были ниже предела чувствительности прибора, который составляет 0,18 микрограмм на метр кубический. Как я уже сказала, ПДК свинца в воздухе 1 микрограмм на метр кубический. Кроме атмосферного воздуха, нами велся лабораторный контроль содержания свинца в почве, а также в воде децентрализованных источников водоснабжения. Только за 2019 год мы исследовали 152 пробы почвы. Концентрация свинца в них была в разы ниже ПДК, а в воде водоемов не было обнаружено свинца вообще. То, что достаточно долго держало людей в определенном напряжении – уровень выбросов свинца в атмосферу. Особенно эта тема волновала тех, кто живет в непосредственной близости от потенциально опасного предприятия. Основываясь на результатах проведения пусконаладочных работ и инструментальных измерений, органами государственного надзора выданы соответствующие заключения для приемки аккумуляторного завода в эксплуатацию. А что будет дальше, покажет время.